На прошлой неделе Даугавпилсская городская дума издала распоряжение о снятии запрета на нахождение на льду, таким образом открывая возможность для активного отдыха на замерзших водоемах и подледной рыбалки на административной территории Даугавпилса. Разрешение вступило в силу 16 января, однако оно относится только к озерам и искусственным водоемам. Находиться на Даугаве или других водотоках по-прежнему нельзя. Специалисты управления коммунального хозяйства регулярно осматривают городские водоемы и проверяют толщину льда. Крепкие морозы сделали ледяное покрытие действительно толстым, которое сейчас составляет порядка 15-17 сантиметров на пруде в Эспланаде, озере Шунью, озере Большие Стропы и в других местах. Это приемлемая толщина как для рыбалки, так и для катания на коньках. Запрет на нахождение на льду Даугавы связан с тем, что движущаяся вода замерзает намного медленнее стоячих водоемов. В ближайшее время синоптики обещают резкое потепление, однако, если этого все же не произойдет, то запрет находиться на реках может быть снят. За выполнением правил самоуправления следит муниципальная полиция Даугавпилса, причем пристальное внимание уделяется именно детям и подросткам вблизи водоемов. За нарушение правил безопасности на льду можно получить предупреждение или штраф до 100 евро. Актуальную информацию о последних распоряжениях городской думы можно найти на сайте самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.